В пятницу ближе к ночи у 72-го дома по проспекту Ленина тихо стоит автомобиль полиции. Как выяснится позже, где-то в этом районе хладнокровно убили молодую девушку. Дело сразу передали в Следственный комитет города. 6 ноября 2020 года в дневное время в районе домов по проспекту Ленина 35-летний житель города Березняков нанес одно колото-резанное ранение в области поясницы 35-летней жительницы города Березняков, от которой последняя скончалась в отделении реанимации. Долго на свободе убийце гулять не получилось. Его задержали по горячим следам и арестовали сроком на 2 месяца. Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса «Умышленное причинение смерти другому человеку». По закону ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. Сейчас следователям предстоит выяснить все обстоятельства дела и мотив преступления.